партизана. Под ваши, конечно же, аплодисменты. Никифоровна и МС Вспышка! МС Жанна долголетие, как бабки. Как бабка долго живет, так и МС Жанна долго жить. Я хочу пожелать Жанну здоровья. Видите, что с моей ногой, да? Это все фанаты, это вы фанаты. Чтобы с ним ни в коем случае этого не случилось. Я думаю, что есть еще один человек, который хочет ему что-то пожелать. Я хочу поздравить МС Жанна с днем рождения и пожелать ему. Наша первая песня будет посвящена тому, как артистам не хватает денег. Я говорю, дай артисты, денег. Много слов, дай денег. Артисты, знаешь, у нас денег нет, Саша. Поэтому наша первая песенка называется «Нету денег». Подождите. Вот эта картина, да? Она служит для того, чтобы туда деньги бросали, когда мы будем петь. Вы все поймете, когда мы начнем петь. Уехали, у нас денег нет. Вот дети, поехали. Они все жадные, они на пиво экономят, это стопудово.
Правильно, праздник сегодня будет дорожный и веселый. Поэтому я думаю, что вам придется денег подэкономить. Спасибо. Да-да-да, я думаю, что как бы вечер только начался, так что ничего страшного, что мы сегодня сэкономили на группе Никифоровна. Да. Ну, пожалуй, мы пойдем и оставим бабушку в одиночестве. А с вами. Бабушку поддержите, она старенькая, ей тяжело. Громче! Спасибо им, Сижану, что он вас всех собрал. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Ну, а бабка с вашего... Бабуля, давай. Мы вошли. Спасибо. Похромали, если точно. Бабка, с вашего позволения, продолжит поздравление хорошему человеку. Вот, хорошему внучонку вот, наследство не зря отдала. Трепещите, Томас. Никифоровна и Эльси Спышкин представляют колбасный цех. О, мы с Никифоровной пойдем на колбасу. И хлеба колбаса сухая. И тебя возьмем. Пойдем на
и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?